Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира» Гаспары Траверси. Раненый. Около 1750 года холст масла 101 на 128. Гаспары Траверси – один из самых оригинальных и тонких неаполитанских художников XVIII века. Он был хорошим психологом и рассказчиком, поэтому его композиции наполнены разнообразными нюансами человеческих переживаний. Живописец работал над религиозными композициями, сценой из жизни Марии в церкви Санта-Мария-дель-Аютто в Неаполе в 1749 году, ветхозаветные сцены в церкви Сан-Паоло-Фуори-де-Муро в Риме и другие. В итальянской столице художник жил с 1750 года. В жанровых картинах из повседневной жизни Траверси, по свидетельству итальянского историка искусства Роберта Лонги, следовал характеру драматургии с реальными персонажами неаполитанского комедиографа Линии Рери, чрезвычайно популярной до воцарения на театральном Олимпе венецианца Карла Гальдони. «Раненый» — показательный пример для понимания почерка живописца в таких композициях. Действие происходит всерьез. Раненый действительно страдает. Ему сочувствуют милая дама и другие члены семьи, остающиеся в тени заднего плана. Пытается помочь щеголеватый доктор и уже готовит лечебное снадобье аптекарь. Целиком заполненное пространство все же рельефно высвечивает снизу из тени плотный узел в кавычках из трех фигур на первом плане. Однако сама ситуация написана и композиционно показана зрителю так, что ироническая подоплека авторского замысла тотчас же обнаруживается. И птичьим выражением лица лекаря, и вынужденной позы страждущего. Простодушие художника, как бытописателя, верится с трудом. Ну, такое описание к работе «Раненый», автор Гаспары Траверси, около 1750 года, холст масла. Описание по книге «Великий музей мира». Всего хорошего, до свидания.